Хотя время лютых холодов уже прошло, но будет приятно съесть в обед тарелочку этого супа. Легкий, но вместе с тем сытный вкусный супчик по рецепту, как приготовить суп с курицей, рисом и луком порей. Поскольку в супе есть рис, то на следующий день он может разбухнуть в кастрюле. Поэтому рекомендую съесть его в тот же день, когда приготовили, или используйте меньшее количество. Можете использовать мясо на кости или только мякоть. Супчик стоит подавать горячим к столу, можно с гренками. 1. Очистите чеснок и нарежьте его мелко. Разогрейте кастрюлю с оливковым маслом и выложите чеснок, обжаривайте его 30 секунд. 2. Нарежьте лук порей и сельдерей, добавьте овощи в кастрюлю и перемешайте, обжаривайте до мягкости. 2. Нарежьте лук порей и сельдерей, добавьте овощи в кастрюлю и перемешайте, обжаривайте до мягкости. 4. После закипания выложите куриное мясо. Варите до мягкости мясо. 5. Когда филе уже готово, достаньте его из кастрюли и разберите на волокна. 6. Выдавите в кастрюлю сок одного лимона, верните мясо, накройте кастрюлю крышкой и варите еще 15 минут. 6. Выдавите в кастрюлю сок одного лимона, верните мясо, накройте кастрюлю крышкой и варите еще 15 минут. 8. Подавайте суп горячим к столу.